Естественно, я Россию, как у всех гражданин и патриот, вижу процветающей, богатой страной, уважающей свои культурные традиции. Безусловно, очень важно, не забывая о серьезном армейском перевооружении, которое происходит сейчас, всячески это приветствую, все-таки уделять повышенное внимание образованию, культуре, медицине, здравоохранению и прочим таким важнейшим вещам, чтобы росла продолжительность жизни, чтобы росли дети наши здоровыми, чтобы были счастливы старики. Поэтому в этом смысле, конечно, работа предстоит очень большая, но я думаю, что нам вполне все это по силам, даже невзирая на кризисные моменты в современной жизни.